Проверки ждут развлекательные заведения краевой столицы. К ним в гости заглянут сотрудники правоохранительных органов. Такую работу инициировал глава региона Владимир Солодов после жалоб жителей микрорайона «Силуэт» о скоплении мигрантов, которые нарушают покой и тишину возле ночных заведений. Об этом губернатор рассказал в ходе своей прямой линии. Я обращусь сразу после прямой линии и к прокурору края с просьбой инициировать проверку, подключить Роспотребнадзор. Нужно проверить законодательство, проверить соблюдение всех требований и удостовериться в том, что не нарушается ни законодательство продажи алкоголя, ни разрешение на строительство и функционирование тех или иных учреждений. Владимир Солодов добавил, что намерен системно ужесточать работу в отношении потенциально опасных учреждений, торгующих алкоголем. В частности, увеличивать разрешенное расстояние от торговых точек до социальных учреждений, ограничивать время продажи спиртных напитков и усиливать контроль за их деятельностью.